Что, всем привет! Рад приветствовать в Казани! Я знаю, что многие приехали из других тоже городов. Поднимите руку, кто из Солидника. Что, казанских практически нет? Ладненько. Сегодня я очень рад вас видеть, самое главное. Вместе споем авторские песни, и не только. Впервые будет баян, вот там он тоже спрятался. В Питере не был и в Москве тоже не бывал за эти годы, поэтому вы сегодня услышите нечто интересное вживую, так как любите. Хочу концерт начать с авторской песни под названием «Где моя юность?». Подпевайте. Что то сумки не встретим мы рассвет. Забыв интернет, мы знаем любви, где горят фонари, и прогулки до самой зары. Если будут искать и мне говорить, где мы пути взяли. Эй, где моя юность живет, а где ты там? Эй, где моя юность, что так богато? Эй, где это прошло так? Все еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму никуда. И мы разучились влюбляться, поиск от денег и грязно. Зачем эти ваши запреты, ведь вы не моменты, когда бесконечно сказала себе да. Эй, где моя юность, что грела на тебе, да, но не Следующая композиция, которую я хочу исполнить, называется «Белый танец». Поднимите, чья эта песня любимая. Напомню, она была написана в 2019 году, и после возвращения со службы она была первой изданной именно здесь, в Казани. И клип тоже был снят здесь. Ну, в принципе, не стоит даже объяснять. Большинство клипов снято именно здесь, в Казани, в родном городе. Стыд буду высотой, ух ты искренне, я больше не выхожу. Может дарить мне предстоит сколько тысяч лет. Кто-то, что ты сейчас так искал, сколько людей тебя пытались добиться. Разбитый мне купану без берегов, не доходится цепучий с кармоном. Твоя слава пусть, чтобы я мог бы встречать тебя. Спрятавшись в одном пледом и снежных историй, мы накопили происки этих людей видом, чтобы не твердили нам с тобой. Преодолей все, что тебе доказалось.
Хорошо. Я придумал в Питере фишку, типа плавный переход с губной гармошки на губную гармошку. Потому что, ну, многие знают, что я люблю немножко битбоксить. Под все, что попадется, так сказать. Не только на губную, но и под баян, там, под гитару. Поэтому вот здесь я бы, наверное, что-нибудь сделал, если не заведется микрофон. Что-то рулетку сейчас будем снимать прямо здесь. Ну просто, тут рейвер нужно, наверное. Чисто, знаете, экспериментик такой. Не всегда хорошо получается микрофон, потому что, ну, не заточен барабан. Эксклюзивом для вас. Включаю фонограмму. Раз сколько звуков издает, все, можно кидать гитару и баян. Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдали испугаться, все мне вернуть назад. Я больше не хочу дыхать твой аромат, когда снова оплатишь тебя, будто тебя хват. Ты навсегда была моя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустые. Оставь мне дождь, ты навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь мне дождь. В этом мире ты один, по дороге в никуда. Там музыка со мной всегда. Ты играешь на кровь, причиняешь только боль. Я выдумал всю душу, чтобы согреть тебя. Мы быстро привязались, но это было зря. Ты говорила, любишь, это было не так. Все ближе и все лапишь, устроил твой потап. Я навсегда была твоя любовь, любовь. Дождь прибавит.
всю любовь. Так почему же мы все разбираемся в ночь? Знаем, в каком направлении наша любовь. Мы друг для друга давно стали как зеркала. Сшила игла. Так больно, когда города на свой центр забывают. Подписки на хижину музыканта. Давно пора уже, да? Запейте тем, кто не поет. Так, ну первый блок мы будем завершать Цоем. Я пригласил в этот раз местных музыкантов, трио под названием «Злачное место». Они сейчас вам на скрипках, там сыграют прекрасную музыку. А они вот здесь уже, встречайте, а потом мы вернемся. Для вас еще один кадр.
Тоже хорошая песня. Нет? А песня называется «На заре». Сейчас будем разрывать зал. Предлагаю спеть эту песню хотя бы в припеве, если даже куплет не знает. В куплетах я сам путаюсь. Непонятно, друг на друга похожие слова. Все предрешено, какие к черту планы, если время решено. Я не верю тем, кто говорит, что ты остался. Я не верю тем, кто говорит, что не попрет. Пока мы нам ждет, он шторм повезет. Ты так поворотливый и все. Если скоро повезет, значит во все. Между нами кто сможет пройти взор. Я прекрасный голос, что и романтизм. Ты так поворотливый и все. Если скоро повезет, значит во все. Между нами кто сможет пройти взор. Я прекрасный голос, что и романтизм.
человеку день рождения. Понимаю. Иосиф. Сталин. Татарский. Абилер Чуарлы. Вот. Сад и сав чего-то. Сад. Конкретно эту песню нет, но мы татарскую исполнили специально для нее, как только достали понятно. Сейчас. Но сейчас мы исполним песню, которая вышла только вчера. Да, да. Песня называется «Ты была», как раз в роковом стиле. Сейчас будем исполнять. Пример. Кстати, поднимите руку, кто уже послушал данный трек. Здорово. Можно еще раз? Много-много раз. Давайте. На школьной дискотеке осенний бал. Я под гитару песни забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал. Не замечал, не замечал. Глаза в глаза и словно пою тебе. Стираю пальцы вдвое, будто не в себе. Не знаю твои мысли, но грустно мне. Ты была еще прозвенел звонок, но последний раз оставил слезу, покидая глаз. Ты будешь вспоминать боль в этот час, но не сейчас, не сейчас. Снегу костра, прощальный поцелуй. Что осталось там, не вернусь. Ты была еще одна. 20 заходит, я тебя люблю. Ты была еще одна. 20 заходит, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Можно гитару уже выкидывать и доставать другой инструмент. Я не знаю, что-то вручили. Я не знаю, как на нем играть. Как он учится на цеху. Спросили татарскую песню, поздравить с днем рождения. Очень хорошего человека, да? Вы видели. Поздравляем. Конечно, не помню кого. Но то, что мы обязаны сегодня сыграть. Хорошего человека. Хорошего человека, да, не грех. Да.
Пускай близким стол, проявляю и честь, и будет грусть.
что у тебя. Скажу, но я люблю тебя. Я твой небосвод, а ты моя луна. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не ты мой другой. Ты скучаешь, так же, как и я. Спасибо, что пришли. Это, наверное, самый масштабный сольный концерт, который я делал. Ну, тем более в Казани. В Питере было поменьше людей. Но по традиции я убегать не буду. Сейчас спущусь и мы сделаем фотографии здесь. Спасибо. Все. А, нет, погодите, это как там? Видео снимем, да? Так, а как вообще это делается? Да? Какой месяц? Так. Друзья, ну, я не ожидал такого. Абсолютно никто не пришел на мой... Шучу. Казань! Говорю, никто не пришел, а? Ну как так? Стыдно должно быть. Спасибо, спасибо. Теперь все. Я в тебя влюблю.